привет! Сегодня 7 февраля и с вами Камила Хакимуллина. Давайте вместе узнаем, что интересного произойдет в Казани вечером. Казанский камерный оркестр «Ля Примавера» приглашает на концерт «Приношение Шаляпину» с участием Ольги Орловской сопрано. Ольга – праправнучка великого баса. В столицу Татарстана ее пригласил маэстро Рустем Абязов. Она исполнит арии из опер и романсы. Не пропустите! «Маленький принц» – сказка-притча для семейного просмотра. Этот спектакль – добрая и трогательная история, в которой просто и проникновенно говорится о дружбе и любви, о долге и верности. Спектакль понравится и детям, и взрослым. Надеюсь, вы заинтригованы так же, как и я. Но на этом еще не все. Предлагаю не останавливаться на увиденном и узнать, что же еще ждет вас вечером в Казани сегодня. Смотрим! Дельфинарий в Казани «Шурале шоу». Новая шоу-программа «Поднять паруса. Курс на лето» с дельфинами и морскими котиками. Это захватывающее морское приключение, в котором зрители смогут ощутить себя дружной и сплоченной командой пиратского корабля, плывущего на поиски долгожданного лета. Черноморские дельфины Рэм и Ирбис, южноамериканские морские котики Элио и Элина будут помогать детям и взрослым в выполнении заданий. А насколько они будут сложными, вы сможете узнать, посетив представление. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего. Но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Увидимся завтра!